36-летний Иван Житков впечатлил поклонников и звездных друзей своей потрясающей физической формой. 36-летняя Наталья Рудова сделала актеру комплимент. Иван в прошлом году ради одной из ролей похудел на 12 килограммов. Поклонники тогда заявили, что он не сможет удержаться в этом весе и снова поправится. Бывший муж Татьяны Арнтгольц принял вызов и доказал фанатам, что они были неправы. Звездный актер сериалов опубликовал фото, на котором похвастался своими рельефными мышцами. Житков привел тело в идеальную форму и гордится проделанной работой. Решайте сами, выиграл или проиграл. А я уже ем бургер, печатая этот пост. Совесть чиста, сделал все, что мог, написал Иван в Инстаграм. Кубики пресса Житкова оценила Наталья Рудова. Красавчик, восхитилась актриса и поставила смайлы в виде огня и мордочки с сердечками вместо глаз. Наталья и Иван не раз пересекались на съемках. Они играли влюбленных в сериале «Ночная фиалка». Парочка снималась и в многосерийном фильме «Гюльчатай». Стальные мышцы Житкова также впечатлили Настасью Самбурскую. «Выиграл! Как тебе было тяжело! Но ты не сдался!» «Обожаю!» – высказалась звезда шансона. Не воздержалась от комментария и Глафира Тарханова. «Какой ты крутой!» – написала артистка. Иван Житков встречается со звездой Инстаграм Настей Юрченко. От двух предыдущих отношений у артиста есть двое детей. Наталья Рудова недавно показала эротичное фото в бассейне. Ранее актриса резко высказалась о псевдоинстаграмных принцах.